Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. Так, $65. Кстати, хорошо, мы сможем с тобой купить телепорты. Так, в магазине открываем с тобой бесплатную колоду. И давай-ка приценимся. Саблезуб, окей. Забираем ревард. Так, поднять уровень персонажа. В общем, идем сразу на Рахзара и начинаем искать на него нужные нам элементы. Так, ну, мы закончили на комиксах, поэтому надо продолжить именно с них. Так, комикс-чувак нам выпал. Тихо-тихо, подожди, давай сюда. Тут, к сожалению, не выпал, а здесь то же самое. Обидно немножко. Ладно, попробуем вытянуть тогда из обычной колодочки. Так, ну здесь, да ё-моё, они со своей тыквой уже достали меня. Тыква, мутаген, и все, да? Специально, что ли, так делают они? Вот, пошло дело. Давай, мне там осталось совсем немножко комиксов найти. Всего лишь там, по-моему, 5 штук, если я не ошибаюсь. Так, портрет короля. Все, что хочешь, но не то, что нужно. Мы уже выполнили задание, к сожалению, за это время, пока искали. Так, забираем ревард. Поднять уровень персонажа. Пойдем быстренько с тобой пройдем серию испытаний. Одну. Вот это вот, да? Раз, два, три, четыре, пять. Кстати, у меня ребята здесь потрепанные, немножко надо их будет захилять. Потому что рано или поздно мы с тобой будем опять проходить смятение из другого измерения. И начнем мы с уклонения. Думал вначале звездануть зэка, но что-то пужанулся маленько. Думал, мало ли он там стрельнет из пальчика, как обычно, да, и накажет нас. А тут накажем его мы. Окей? О, хорош. Не, хиляться действительно нужно, потому что здоровье как-то шатковалка у нас. Давай здесь попробуем пробить. Так, контратака. А, он даже не стал делать контратаку, не успел, потому что у нас была двойная атака. И здесь Хан и Шархан. Хан, Шархан, прям звучит-то как, а? Ладно, захиливаемся. И начну я, наверное, с Хана все-таки. Не заблокировал, что ли, Усаги? О, Малорик, красавчик. Так, Лео наказал. Эти начинают тут своими лазерами. Так, Шархан будет массовую атаку сделал, да? Ну что же, я думаю, что мы успеем его все-таки наказать. У нас практически у всех двойная атака, кроме Рафаэля. И у нас Рафаэль ходит, да? Этот взял на себя провокацию. Ладно, мы его уничтожим. А теперь будем Шархана бомбить. Ай, классно так как получилось. У него еще пониженная атака. Все, мы его добили. Минус с удара снес, да, как говорится. И давай вот это, но здесь не получится. Здесь у нас пониженная атака, по нему идет, видишь, красненькая стрелочка вниз. А Усаги, я думаю, добьет. Красавелла. Ну вот, мы прошли с тобой одно испытание, поэтому получаем с тобой награду. И поднять уровень персонажа еще осталось. Я не знаю, стоит ли сегодня проходить девичью силу, потому что, ребят, ну мы ее проходим просто на изи. Тут по-другому это не назвать. А вот кому нам уровень поднять, это вопрос совсем другой. Так, Крису сможем? Не хватает чуть-чуть буквально, да, совсем? Ну, давай тогда... Подожди, у нас где-то здесь... Кто-то есть такой, знаешь, вроде бы... И хорошо прапанный, а в то же время не очень хорошо. Вот, Майки, конечно же. Полтинничком он становится, видишь, какой он радостный, довольный, все дела. Ну, а мы с тобой забираем полностью ревард и идем прямиком на арену. Ох, аренушка, кстати, здесь у нас жетоны будут разыгрываться, надо будет обязательно их набить. Поехали, будем смотреть, кто нам выпадет. Сиамара, Максим и Костя. Покупкам ведет, конечно, Костя, поэтому, наверное, будем с него начинать. 45 уровень, значит, я здесь вполне могу начинать с 40-х, да? 40-е уровни, ну, давай вот начнем с этих. И, естественно, друзья мои, я буду брать сюда Леонардо. Если мы хотим с вами очень хорошо подняться в рейтинге, нам нужен один сильный боец, практически имбовый. Самый имбовый, а это у меня Леона. Ну что же, давай сделаем тогда вертушку, и они, наверное, все упадут. Я бы немножко удивился, если бы кто-то еще здесь успел выжить. Но, как видишь, все упали, и мы, ребят, с вами поднимаемся. Значит, мы сейчас, в данный момент, в самураях 2 звезды. И нам нужно, ну, сегодня хотя бы до Сёгуна добраться. Каким-то макаром.
не просто Сёгун, а Сёгун 3 звезды. Вот такие у меня планы. Так, Натари, Зина и Теуп какой-то. Теуп. Ну, тут выбор очевиден. Я, наверное, возьму Теуба. Так, Лео, возвращаюсь. У нас, ребята, с вами еще 12 откатов. Это очень круто. Я, знаешь, что думаю? Нет, не хочу. Не буду я 35-й отыгрывать. Хотя мог бы вполне. Я больше уверен, что они здесь бы выжили. Потому что Леонард в любом случае будет ходить первым. Но у нас не так много откатов, чтобы всех отыграть. Если что-то там останется в закромах, естественно, будем с тобой использовать. Ну, а пока будем как-то вот так вот играть. Подниматься по статусу, по рейтингу. Ну давай, хорош грузить уже меня здесь. Так, 53-я позиция была. Становится у нас 35-я. То есть это придется мне еще где-то боя 2 сделать. Так, Андрей, Фредерик и Никола. Берем однозначно Фредерика. Так, сюда. У него, смотри, 44 уровень максимальный. Ну, в принципе, мы могли бы даже здесь сыграть на равных. Если бы я даже не брал Леонардо. Но ты знаешь, что они у меня не прокачаны и будут падать здесь как полнейшее ничтожество. Я этого не хочу делать, поэтому в бой включается Леонардо. Это, честно говоря, можно было бы сделать и за кадром все, но вы же говорите, показывай все, будем показывать все. А вот насчет девичьей силы, ребят, я попрошу вас написать, будем ли мы в дальнейшем проходить те испытания, которые уже у меня пройдены, причем идеально. Мне просто интересно знать ваше мнение. Так, опять Костя, опять Сиамара здесь и Натан. Давай, наверное, возьмем Натана здесь. Натан, кстати, очень часто мне попадается он в последнее время. Вот такая вот у меня команда. 45-уровневые персонажи. Ну, конечно, благодаря нашему Леонардо это все шелуха. Будут падать. Даже несмотря на то, что у нас Крэнк тут есть. Блин, мне нравится, как он выглядит, да? Во-первых, как он вылазит. Он же вылазит из другого измерения, насколько ты видел, да? Появляется здесь. Ну, а мы с тобой продвигаемся дальше. Так, и сейчас мы переходим в Самурай 3 звезды. Надеюсь, мы до Сёгунов с тобой также легко доберемся. Так, Ренни, Диого и Евгений. С кубками у них все отлично. Я, наверное, возьму... Да давай Ренни возьмем. Кстати, Ренни, по-моему, тоже мне попадается довольно часто. Тихо, железная голова, как всегда. Как всегда, лезет вне очереди. Тут у него 45 уровень максимальный, практически как мои основные бойцы. А многие спрашивают, да, Рэй, почему ты не играешь именно своими бойцами, если они у тебя 45 уровень? Ну, я могу тебе объяснить легко. Все вот эти вот персонажи, кроме Лео, они имеют 45 уровень, но не имеют прокачки по скиллам. А если не прокачаны скиллы, то они ничего из себя не представляют. Даже несмотря на то, что у них уровень практически одинаковый с врагом. То есть нас там будут разбирать. Поэтому, ребята, я беру Лео, потому что он делает всего лишь один удар, спасает всю команду, и мы получаем с тобой в полном объеме кубки. А кубки — это наша валюта, которая дает нам повышение вверх. Так, Ислам, Робинсон и Жанна. Чему все зависло на 18 кубках? Давайте что-нибудь посерьезнее уже, а? Давай выберем с тобой Робинсона. И посмотри, как у нас с тобой тают откаты. Просто тают на глазах. Вроде казалось, 13 штук. Так много. Угу. Осталось уже всего лишь 8. Ну что? Давай, родной. Попробуем подраться. А тут пробовать нечего. Леонардо делает вертушку, и они все падают. Он может пасануть только где? На 60-х уровнях. 57-й, 58-й, по-моему, максимально, где он может не добить. И то там некоторые избранные персонажи, например, Донателло. Остальных же он щелкает как орешки. Так, и мы с тобой перемещаемся на 45-ю позицию. Что-то как-то слабо рванули, если честно. Андрей, Ханк и Ерлан. Ну вот, Ерлан, естественно, ребята, вот тут уже кубки пошли. Хотя бы 19. Да что ты будешь делать? Железная голова так и лезет. Он не угомонится, по-моему, никогда. Пока я им не сыграю, мне кажется. Так, ну что, Ерлан, давай. Я так понимаю, это сына твоего, наверное, звать. Поэтому это все будет быстренько. Хупс, и все. Интересно, вот я вот, ребята, не смотрю, конечно, ничьи видосики, да, по черепашкам нельзя. Интересно, а я кому-нибудь выпадаю хоть раз? То
кто-нибудь из блогеров со мной дрался, из ютуберов. Я имею в виду в плане в этой игре, а не в реале. Так, Татьяна, Милос и Саня. Но тут выбор либо Милоса брать, либо Татьяну. Возьму-ка я, наверное, Татьяну. Возьмем Татьяночку с тобой и... На самом деле это не обязательно Татьяна может играть. Может это сын или дочка ее, да? Просто взять аккаунт фейсбуковский и играть. Я сомневаюсь, что такой взрослый человек будет в черепашке играть. Тем более просто так, для души. Ладно, я для своего канала снимаю. Другой бы, наверное, никто бы не стал. Тем более там сам видел, да? Какие фотки. И какие-то и люди в пиджаках, в костюмах и в офисах там. И на дискотеках на каких-то. То есть, да и фотки тоже могут быть разных. Ну что, ребята, мы с вами уже все, у нас 99-я позиция. Это меня радует, очень сильно радует, потому что, ты сам понимаешь, 3 дня было отставание. Опять Натан, смотри, а? Он уже здесь как здесь, Станислав и Мэтью. Ну, тут я, наверное, возьму Станислава. Давай, Станик, будем с тобой разбираться. Окей, у меня полтиннички. А у него какие, кстати, уровни? Я не посмотрел. Ну, я думаю, что не больше нашего. А именно... Ну да, не больше нашего. Приблизительно одинаковые, да, полтинники. Ну, Лео, конечно же, их всех накажет. Вот, ребята, прокачивайте себе Леонардо по фулочке, и вы будете на арене творить чудеса. А если еще и скиллы прокачать ему на 7 уровень, я думаю, тут вообще даже и говорить не о чем будет. Если интересно бы мне попался бы Лео, да, 100 уровня, со всеми скиллами прокачанными, и я бы, кто бы, интересно, кого победил? Мне кажется, меня бы тут порвали бы. Ну что, тут Айнур, тут Матвей, а здесь Алессандро. Алессандро. Ну, давай возьмем Айнур. Айнур я возьму. И... Так. Ребята, у нас все меньше и меньше становится героев. Соответственно, все меньше и меньше остается боев. С этой девичьей силой не знаю, что сегодня делать. Проходить, не проходить. Ладно, я думаю, пройдем на одном дыхании. Там все-таки можно получить шинигами. Там можно получить Алапекс, эту самую белку, да? Они нам нужны, мы это прекрасно знаем. Так что, я думаю, не будет лишним прохождение. Ну, если кто-то не захочет смотреть, он может просто промотать. А по большому серию может промотать весь этот видосик, потому что, насколько он может понимать, да, Рэй не успокоится, пока не потратит все свои откаты на Леонардо, чтобы драться чисто своими силами. И он будет прав, потому что так оно и будет. Ребят, ну 3 дня, просто если бы мы сами с самого начала бы с вами, да, играли бы, у меня бы началось бы все с самого начала, да, начиная с маленьких, и постепенно-постепенно бы наш уровень персонажа рос. А здесь мне приходится вот так вот делать. Потому что завтра я выхожу на работу, соответственно, опять будут провальные дни, и я не смогу снимать видосики. Значит, ребят, надо будет сегодня вот как вот по максималке, да, как будто вот из последних сил выживать из себя все. 41-я позиция. Слушай, ну, Сёгун, 2 звезды, мы с тобой в любом случае наверняка поднимемся. Алекс, Ивана, имя какое красивое, и Андрей. Давай тогда возьмем Ивану, потому что у нее, ребят, ну, больше всего кубков. Так, 1, 2, 3, 4. И тут остается... Да, тут остается совсем мало. Где-то еще мы, наверное, боев 2. Это максимальное, что мы можем себе позволить. Поехали. Отчаянный Лео всех завалил. Ну, я не удивляюсь этому абсолютно. Ладно, друзья мои, двигаемся с тобой дальше. 2 боя, наверное, еще это максимально, что нам светит. И как раз мы заберемся с тобой в Лигу Сёгунов 2 звезды. Обязаны просто зайти. Так, Мова, Ванька и Рамазан. По-моему, такой есть праздник, да, Рамазан? Может быть, что-то путаю. Ну, кубки у всех... О, тут 1 серебро, прикинь. 1 серебро. Слушай, я могу даже, наверное, здесь без Лео сыграть. Железная голова лезет. Слушай, вот это вот риск. На самом деле, без Леонардо суваться сюда... Хоть мы и по уровню, я еще раз говорю, сильнее, но они по скиллам слабее. Только Паукус еще вроде бы более-менее может что-то здесь показать. Угу. Ты видишь, да, у нас инициатива с тобой вообще плохенькая, поэтому мы дали шанс врагу сходить, а вот Паукус шанс такого больше не даст никому. Хотя нет.
Змейка Вьюн все-таки, да, добьет. Я думал, честно говоря, что Паукус пробьет нашего врага, но я ошибся. Ну что ж, мы с тобой двигаемся дальше. И... да, да, друзья мои, мы в Сёгуне с вами. Сотое место. Сотое место. Джонатан, Мухаммед и Андрей. Ну, я, наверное, возьму Мухаммеда. Так, Лео, ладно, возьмем тебя. Так уж и быть, последний откат, ребята, у него остается. Всего лишь последний откатик. Раз, два, три, четыре, пять. Слушай, я вот думаю, а может нам как-нибудь сделать так, чтобы отыграть еще малюток? М? Что ты на это скажешь? Я знаю, рискованно очень сильно. Тем более брать 35-й и 45-й уровни. Но зато мы с тобой, если сделаем полноценных два боя, мы получим в два раза больше кубков, чем я буду, например, неполным составом драться. Вот здесь стоит призадуматься. 82-я позиция. До полтинничка дойдем, это уже будет хорошо. Так, Олег, Дилан и Денис. Дилан, кстати, тоже частенько попадается мне. Ну, судя по всему, по-моему, нам лучше взять Олега. Тут все-таки больше серебра. Раз, два, три. Ой, я рискну, друзья мои. Конечно же, я рискну, я попробую все-таки. 52 уровень, и тут 35-й. Жесть какая-то. Стоит кому-нибудь просто лопухнуться или пропустить ход, тем более здесь Лео. Ну давай, надежда на зэка. Замедляшка сработала. Так, а если мне лучше взять провокацию? Нет, наверное, бомбануть все-таки. Оу, слушай, прекрасно. Очень хорошо сыграла у нас командочка. Быстро, как говорится, даже не дала шансу врага сделать ход. Полноценный бой сейчас был. Поверь, полноценный. Поэтому кубки все, как говорится, на месте. И у нас 64 место. Мы можем с тобой, если сейчас вот выиграем, выйти на 50 место. А Вики, Денис и Абдулла. Тут либо Вики брать, либо Абдуллу. Я возьму Абдуллу, потому что он все-таки по уровню немножко слабее. И для моих вот этих вот слабых героев. Ё-моё, я почти в самом хвосте. Уже дошел до 30 уровней. А 30 уровня — это мой хвост, ребята. И тут тоже Лео. Ну смотри, молодцы ребята. Прислушиваются, берут Леонардо в команду. Наверняка его прокачивают. Так, сделаем с тобой атаку от Усаги массовую. Кстати, вот ты заметил, что Усаги практически нигде из вражеских команд не встречается. Вообще нигде. Тихо, 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 Роквелл. Зачем ты так? Оу. Так, это проблема. А если бортануть? Опачки. А так если? Ху, Майки, молодец. Нифига, мы даже урона не наносили Роквеллу, ты прикинь. Вот так вот, вот такие вот пирожки с изюмом. Ну что, давай посмотрим, куда мы переместимся. Я хочу полтинник получить. 47 место. Замечательно, шикарно сыграли сегодня. Так, что я хотел сделать? Я хотел себе купить телепорты. Так. А может быть накопить на 250 телепортов, а? Это долго, это очень долго. Так, ну что же, теперь настало время, ребята, нам с вами рвануть на испытание. Испытание, так, два дня до начала эксперта — это Супер Шреддер. Ну, а у нас с тобой девичья сила, и, как всегда, нам дадут имбовую команду. Ты это сам прекрасно видишь. Просто имбище. Поехали. Естественно, я поставлю на автобой. Первые, мне кажется, тут, ребят, можно из него не вылазить. Насколько мне помнится, тут не будет таких сильных врагов, да, чтобы нам приходилось брать инициативу в свои руки. Поэтому я и говорю, что напишите в комментариях, стоит ли в дальнейшем, если она будет у нас там, например, через две недели повторяться, стоит ли ее проходить. Или просто спустить, знаешь так, на самокатом. Или просто я пройду ее за кадром уже сам для себя. Пишите, ребята, обязательно. Так, ну что... сам понимаешь, да? Первая катка, первая победа. Идеальная, но тут никаких проблем. 10 уровень врага против полной имбы моей. Ну, ты сам видишь. И тем не менее, мы Карайку получили. Пойдем теперь за Эйприл. Эйприл, потом у нас идет змея Карай. Она тоже у нас есть, поэтому как бы мне она не интересна. Начнется все, когда мы с вами будем
получать Алапекс, Шинигами. Кто у нас там еще девочка-то? Подожди, а кто у нас еще там? Карай, как Карай змея. А, Кунаичи потом. В конце, по-моему, будет Кунаичи, да. Ну, мы с тобой Кунаичи прапали до какой? До четвертой, да? Звезды золотой. Причем это буквально было когда? Вчера? Или сегодня? Ночью или утром, я уже даже не помню. Ну, в любом случае, Кунаичи, да. Кунаичи нам нужно с тобой получить. Эйприл Ланил нам не нужна. Вот, начнется с Алапекса, Шинигами и Кунаичи. Вот эти вот три карточки, три ДНК мне нужны. А, в принципе, вот это вот все, ну, так себе, проходящий вариант. Морзинная кошка. Она у нас, как говорится, прапана. Она ждет своего момента, когда мы ее переведем в платиновый ранг. Я тебе по секрету скажу, что она не дождется этого в ближайшее время. Может быть, даже ближайший год. У меня есть более такие значимые бойцы, которые действительно заслуживают перевода. Например, мы с вами, наверное, в следующий раз попробуем перевести. Да-да, тигриный коготь, скорее всего. Или же сплинтера. Вопрос интересный, да? Даже для меня он интересен. Так, ну что, как ты видишь, победушка, и мы переходим с тобой дальше. А дальше нас поджидает кто? Ну, покажите мне. Да это все понятно. А дальше у нас морозильная кошка. Хотел чихнуть, но не чихнул почему-то. Ладно, погнали. Иногда, знаешь, когда нос чешется, так хочется, 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 а потом бац, и просто отрубает. Так, ладушки, погнали дальше. Ну что ты тут стоишь? А что я вручную-то бомблю их? Конечно же, автобой. Автоботы, вперед. Так, минус. Минус, тут каждому по удару они будут просто падать. Ну, морозильная кошка тоже нам, как говорится, попадется в карман. А вот дальше Алапекс, Шинигами и Кунаичи. Я вот если бы прокачал бы Кунаичи до пятой золотой звезды, ребят, я получил бы последнюю способность у нее. Да, это шокер вроде бы, так ее назвать. Оу. Кстати, ты помнишь, я давно говорил, что-то мы не встречали девочку-робота-босса. Так вот она где. Она, оказывается, в девичьей силе сидит. Ой, Крэнк, я тебе сейчас не завидую. Маленький мини-Крэнк дергает там за рычажки. Додергался, все. Вот, отдохни теперь. И самое главное, что вот эта вот трансформация мне нравится, да? Из такой маленькой, хлипенькой, хлюпенькой сопливой девчульки вырастает такой большой робот. Это меня, кстати, всегда удивляло в фильмах, да, про трансформеров. Вроде бы такая машинка едет, да, маленькая там. Какая-то запорожец какой-то. А из нее вырастает такой здоровый робот. Как они это делают? Не знаю, ребята. Ну, фильм есть фильм, сам понимаешь. Это что-то нереально. Так, ну что? Минус крыса. Переходим. О, здесь мутанты белки. Разных цветов и фасонов, да? Естественно, ребята, они все получат у нас. Так, Майки, добивай, добивай. Усаги просто на раз. Так, Лео, тыч, добил. Отлично. Переходим с тобой на третью волну. Здесь тоже ничего нету страшного. Вот меня бесят здесь грибы. Они меня в любых интерпретациях бесят. И любого уровня. Начиная хоть 10-го, хоть 80-го. Причем грибы 80-го уровня могут навешать люлей моим персонажам, которые даже имеют 100-й уровень. То есть Леонардо. Как ни странно, но факт. Так, ну зачем ты делаешь на этом Нурфейн? Ну, зачем ты вот взял вот сейчас провокацию? Она вообще не нужна здесь. Так, минус. И здесь тоже минус. Ребят, ну, идеально прошли. Соответственно, мы с тобой зарабатываем ДНК на Алапекс сейчас. Ну и рвем когти куда? За Шинигами. Так, ну давай. Почему я ее называю белка, если она лисица? Вот объясни мне, пожалуйста. 300 тысяч раз уже переиграно это все, и я все равно называю ее белкой. Но она похожа на белку. Хоть с виду явная лиса. Рыжая. Хитрая, наглая. Так, Майки вот так решил сделать. Усаги добил. Лео добивает. И... да ладно тебе. Кстати, ты помнишь, да? В начале игры, когда играешь вот эту черепашки, когда он начинает вот с этим вот ботом драться, он как раз ему и снимает часть лица, где обнаруживается, что это не люди, а это именно киборги.
Ну, хватит. Ой, провокацию взял. Какой ты умница, а? Так, мини-кренги на своих мини-летающих машинках. Все. Переходим. О, тут уже 5 волн. Кстати, ну мы что, получается, с тобой зарабатываем на шинигами, да, здесь? И последний бой как раз будет за кунаичи. Окей. Многие ребята спрашивают, Рэй, кого прокачивать? Я тебе могу сказать, прокачиваю в первую очередь тех персонажей, у которых есть массовая атака. Она всегда будет тебе полезна, она всегда тебе пригодится. Потому что это лучше, чем качать такого бойца, у которого одиночные атаки, например, Крис Брэдфорд. Он, да, хорош, защиту ставит, там все дела, но у него всего лишь одиночные атаки. То есть... где-то в экстренной ситуации, где надо будет тебе кого-то добить, да, и в то же время нанести хороший урон, тебе придется выбирать, да? А у массовика ты выбираешь, естественно, самого сильного, да, и массовой атакой добиваешь автоматически слабого. То есть ты выигрываешь в любом случае. Так, ну что, здесь у нас победа, и мы переходим с собой на заключительный бой в девичьей силе. Окей, с шинигами нам досталось, и... вот она, Эйприл Кунаичи. Так. Ну, тут видишь, самый максимальный уровень — это 75-й. Это и то, я так понимаю, будет босс. Всего лишь 5 волн. И... тихо, подожди, почему ты? Я хотел включить, и тут все будет без проблем. Не убили, не убили. Так, давай ушатаем этого. Ну, смотри, уже приходится по 2 удара делать. Тихо, стрелозад, успокойся. Йети. И йети, и те. Так, он сделал провокацию. Рафаэль, зачем я пока ума не приложу? Этого тебе не надо было делать, хотя у тебя замедленная скорость. Хм. Ну, с этими ребятами я бы на самом деле бы намного проще бы сделал. Не стал бы тут их поодиночке бомбить. Просто одну массовую атаку и все. Например, те же самые маузеры. Не добили. Они оказались не настолько сильны. Третья волна. Ау, здесь училки. Воу-воу-воу. Так, давай-ка я поставлю, наверное, на уклонение. Я просто знаю, как они сильно могут бомбануть. И попробуем. Ага, минус одна. Давай так вот сделаем. Хопа, упали. Так, четвертая волна. Здесь у нас сейчас будет и шинигами, и Эйприл. В общем, все. Начну, пожалуй, с Эйприл. Здесь 2 хила, как ни странно. Эйприл и морозильная кошка. Давай волну сделаем. Так, ну что я тебе могу сказать? Давай попробуем кошечку морозильную наказать. Постепенный урон. Слабоватый. Не про... У Бакстера Стокмана, да, слабый очень постепенный урон. Вот это, конечно, немного нервирует. Так, давай-ка шинигами уберем отсюда. Ну, вот, я же думал, что он там заглючил-то. Также нам нужно убрать с тобой Эйприл и морозильную кошку. Видишь, постепенно урон не нанес достаточного урона, чтобы она отдуплилась. А вот если бы повесил бы постепенный урон у Саги, они бы уже давным-давно все лежали бы в рядочек. Так, ну что, добиваем и переходим. Ага, добили, вот, отлично. И переходим на босса. Я думаю, что он здесь ничего не сделает, даже своими маленькими корявыми клешнями. Так, Рафаэль, что у меня там? Что с ним? А, у него пониженная атака. Ну, это ничего страшного на самом деле. Главное, что не пониженная броня. Опа, ты видишь постепенный урон? Теперь пробивной от Лео. Ху-ху-ху-ху-ху, и все, ребят, вот, видел? Постепенный урон сработал. Ну и тут идеальная победа у нас с тобой. Как-то сегодня быстро мы так все на изи, все легко, все отлично. На ареночке идеально поиграли. Девичью силу просто круто прошли. Можем даже немножко пофармить. Так, у нас с тобой есть? Есть все. Поехали. Так, 40 жетонов выпало. 3 доллара, ну это вообще ни о чем. Вот, Эйприл Кунаичи. 2 ДНК, как с куста. Че, пробуем еще? Камень Талик, он нам пригодится с тобой. Вау, все. Сыр кончился, к сожалению. Блин, я хочу уже дойти, когда будет, ребята, испытание на Супер Шреддера. Блин, я вот просто хочу 25 ДНК нам нужно с тобой получить. 25 же, да?
Да, 25. И он у нас будет четырехзвездочным. Ну, а там, соответственно, будет раздавать люлей только шорок. Ладно, я пойду, наверное, за кадром пока набивать жетоны. А с вами, ребятушки, прощаюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков.